Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Меня зовут Дмитрий. Совсем недавно в зоомагазине я наткнулся на интересную игрушку для наших питомцев. У меня, значит, сейчас котенок подрастает, очень любит играть. Я наткнулся на такую интересную игрушку, с моей точки зрения, конечно, она 4500 рублей стоит. Это неподъемная сумма для кота, поэтому сейчас сделаем некий прототип. Кстати, я видел на ютубе такие кошки играют, поэтому сейчас я сделаю нечто похожее из картонной коробки, чтобы, так скажем, проверить, вообще рабочая ли это вещь, насколько будет это интересовать моего кота. Дело в том, что он очень любит играть с мячиками. Если сюда закатит мячик под диван или под стенку, то проблем уже не берешься. Он начинает орать истошно. Вперед! Иди, ищи, ему доставай этот мячик. Поэтому вот это такая вот игрушка, надеюсь, нам облегчит жизнь коту. В хаотичном порядке делаем отверстие для того, чтобы он сам уже мог играть, гонять этот шарик внутри этой коробки. Суть в том, что реально уже достало ходить, допустим, ночью пошел, а весь дом уже завален его мячиками, шариками. Так что пускай он играет, мячики будут оставаться в коробке. Это вообще такой прототип, идея, вообще, чтобы понять, для того, что будет ли он играть этой вещью. Потому что, ну черт его знает, ну не понравится ему, да, будет без интереса. Так что аккуратненько сейчас вырезаем. А если ему эта игрушка понравится, то, конечно, сделаю уже другую, обтяну ее ковролином, для того, чтобы он мог еще здесь и ногти свои точить и играть, и уже нас не беспокоить именно вот этими вечерами, когда нужно вроде отдохнуть, а он заставляет вас играть с ним мячиком. Главное, туда свет попадает, он видит, лапами он должен как бы в любом месте достать этот мяч. Ну что, игрушка готова, пора идти испытывать и посмотрим, насколько она работоспособна, насколько она заинтересует нашего котенка. Игрушка нашему коту понравилась. Вот такой вот некий подарок за 5 копеек на Новый год нашему Кузьме. Веселый, добрый такой котик растет, очень нам нравится, ласковый. Теперь он, думаю, нас не будет доставать своими игрушками, потому что, ну реально, если закатится мячик под шифонер или еще куда-то, где он не может его достать, он начинает так орать, что берешь швабру и достаешь этот мячик. А если эта игрушка ему не надоест, то я обязательно сделаю нормальный вариант из фанеры, потому что, как видите, этот лосёнок продавливает коробку, она придет в негодность. Но, как понимаете, вещь интересная. Делайте на Новый год подарок своим любимым питомцам. Вот такой вот у нас Кузьма. Это, кстати, сын Барсика, который у нас пропал. Вот видите, что он делает. Поэтому отверстие это такое, не знаю, что ли меньше делать, то ли больше. Потому что если сделаешь меньше, он залезет туда и в голову уже, наверное, не вытащит. А в большие безопасно. Так что посмотрим, какие отверстия лучше делать. Да, иди поспи. Все, устал. Он в такой стадии, что сейчас ему играть, спать и есть. И все, и больше его ничего не интересует. Вот такой вот замечательный кот. Ну а на этом, дорогие друзья, прощаемся. Кому видео было интересно и полезно, конечно же, ставьте лайки. Заходите на канал, подписывайтесь, если есть интерес. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы получать уведомления. Всего хорошего. Всех с наступающим Новым годом. Мирного неба и здоровья. Все, поиграл?